Хорошее место для этого вопроса. Жена проверяла, жена умывая вьем давал его отсюда. Потому что были художники, которые меньше работали немножко. Поэтому ты как бы можешь съесть это время. То есть как бы главное же общее время, а не там то, что... С 15 по... В рабочей, а сейчас не ее время, сейчас Жорина время. А, вы по очереди, я даже не верю. Да, нет, в разных ситуациях по-разному. Сегодня по очереди. Мне уже не вернется. Нет, нет, да, нормально. Нет, потому что сейчас мы твои вообще потом отсидим. Эти снимаются в процессе, но я не слово. У тебя же не будет ничего слова, не исчезать, прямо в процессе. Наверное, нет. Ну и все. Это вот Георгий у нас такой сидит. А вы как бы такие, как это называется, крепкие, такие простые парни, как. Провинциальные маргиналы. Вы с ним ставьте.
сказал, все, она. Значит, и вот она переходила дорогу, я так оглянулся, и она пошла на середину проспекта Маркса напротив метрополя. Значит, встала прямо вот посреди проспекта Маркса, и перед ней остановилась красная девятка, и она как бы долго орала в лобовое, у нас штатно не едешь, знаешь, что-то такое. Вот, в итоге она отошла, красная девятка поехала, она еще долго вот так слонялась посередине проспекта Маркса, там ехали машины, она подвергалась своей жизни опасности. Как бы хотела помочь с собой или обратить на себя внимание, как бы неизвестно. Но как бы в итоге она все-таки ушла с проезжей части, то есть она вышла. Вот это совершенно про вчера история. То есть прям такая тетка, такая изможденная жизнью, старуха такая, как бы такая. Не, моя бабушка очень любила жизнь, просто была слишком эмоциональна. Вот она тоже, она как бы не хотела кончать с собой, но делала вид, вот эта женщина. Это леди, я бы сказал. Она делала вид, что... Майн, вы сейчас выставите на секунду. Это все наблюдается? Нет, это вчерашний день. На выливание краски выглядит как нечто... А это не краска. Мамонтовая кость. Так, это... Я тоже. Я боюсь, что мы не встречаемся.